Жилой комплекс «Кавказ» расположен в курортной части города, в экологически чистом районе Пионерского проспекта, всего 500 метров от моря. Жилой комплекс включает в себя 5 монолитно-кирпичных многоэтажных домов и возводится поэтапно. Первый этап строительства – это 2 16-этажных здания, состоящие из небольших по площади квартир, студий и однокомнатные квартиры. Проектировались эти секции с учетом спроса покупателей на доступное жилье. Мы приступили к строительству второго этапа жилого комплекса. Срок сдачи первого этапа – это первый квартал 2017 года, второго этапа – второй квартал 2017 года. Но наш коллектив постарается, как это, в общем-то, всегда было, сдать досрочно. Жилой комплекс «Кавказ» отличает уникальное расположение и хорошая транспортная доступность. Здесь будет все необходимое для комфортного проживания. Благоустроенная и озелененная территория, развитая инфраструктура, современные лифтовые системы и автопарковка для жильцов. Мы прошли экспертизу 2 банков на предмет участия в долевом строительстве. Это Россельхозбанк и Сбербанк. Там в этих обоих банках достаточно льготные проценты по отношению, чем у других банков. «Меркурий-2» гарантирует уникальное соотношение цены и безупречного качества строительства, которое обеспечивает опытный и надежный застройщик, стабильно работающий на рынке недвижимости. Предлагаем, как всегда, приобретать квартиры, которые строят предприятие «Меркурий-2». Особенно, еще раз, я так раньше говорил, что в любые кризисные времена, чтобы сохранить свои финансовые ресурсы, надо вкладывать в недвижимость. И это оправдывается. Если смотреть на наш жилой комплекс «Солнечный», то продажа сегодняшних квартир выросла 2 раза минимум квадратного метра, чем она приобреталась. Поэтому мы приглашаем, так сказать, участников долевого строительства. Строительству жилого комплекса «Солнечный» был дан старт в августе 2007 года. Сейчас все квартиры в 9 корпусах проданы. Собственники сделали ремонт и проживают в комфортных квартирах комплекса. Уже с 4-го этажа открывается вид на море. И чем выше этаж, тем лучше обзор. Жилой комплекс «Кавказ» расположен рядом с «Солнечным», еще ближе к морю. У вас есть возможность приобрести квартиру по льготной программе кредитования с государственной поддержкой, возможно, рассрочка и материнский капитал. По вопросу приобретения квартир в жилом комплексе «Кавказ» обращайтесь по телефонам в Анапе 48 300 и 48 348. Подробная информация о ходе строительства и вся необходимая документация на сайте меркурий.ру.